Новый формат Евролиги возродил интригу европейского баскетбола. Сократили количество участников, но увеличили качество и количество матчей. 16 лучших клубов континента теперь играют гладкий чемпионат без деления на группы. Из 16 участников баскетбольная весна в виде матчей плей-офф наступит только для 8 команд. Если в прошлом сезоне Евролиги ЦСКА сыграл всего 29 матчей, включая победный финал в Берлине, то в нынешнем розыгрыше армейцы только в регулярном чемпионате выйдут на паркет 30 раз. Формат изменился, стало больше игр, и каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде. В принципе, это очень интересно с точки зрения болельщика, да, потому что больше игр, и все гранды сыграют друг с другом. Не то, как раньше было, да, когда лидеры и гранды могли встретиться только в финале четырех или на стадии плей-офф. А с другой стороны, увеличилось количество матчей, увеличилось количество перелетов. И в связи с этим, конечно, те, кто играет достаточно много, они, соответственно, больше устают, тратят больше энергии, потому что бывает, что за неделю выпадает сыграть 3 матча. Добавляем еще 24 матча в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ и расширяем географию перелетов по России. График игр стал невероятно насыщенным. А ЦСКА становится лидером среди российских команд по количеству перелетов в сезоне. Едва ли не главное преимущество чемпиона Евролиги над большинством соперников – свой самолет. Времени полета это не сокращает, но комфорт – уровень чемпион. Это очень удобно, потому что, в первую очередь, больше времени на восстановление и, что самое главное, больше времени на подготовку к следующему сопернику, да, потому что, особенно сейчас в рамках Евролиги, когда 2 игры за 3 дня, и хорошо, что есть такая возможность, есть свой самолет, и я думаю, это тоже сказывается на успехе команды. Книжка, ноутбук, новый сериал или просмотр матчей ближайшего соперника – стандартный набор времяпровождения в полете. А как сократить ущерб организму спортсмена от регулярных перелетов, знает доктор чемпионской команды. Первым делом мы используем во время перелетов на длинные дистанции компрессионное белье и компрессионные носки для профилактики тромбообразования и отеков на ногах. Также рекомендовано игрокам обильное питье во время полета с предпочтением обычной негазированной воды, либо соков. И по возможности комфортное положение в самолете во время полета. Также рекомендуется не сидеть весь полет без движений, а немножко двигаться по проходу самолета и работать голеностопными суставами, чтобы сокращалась икроножная мышца для прокачки своего, таким образом, крови из нижней конечности. Предлагаем прислушаться к советам доктора чемпионской команды. Даже если вы не собираетесь выигрывать Евролигу, за здоровьем следить нужно. Баскетбол делает нас лучше.